Всем привет! Вот прикупил трубу, 1 метр и колено. Не 90 градусов угол, а побольше. Думаю, с таким углом будет намного лучше. Как бы она сразу почти что вверх будет. Не стал 2 метра не стал покупать. Если что, потом докуплю еще. Пока так попробую. Думаю, должно хватить, в принципе-то. Туда сейчас начну копать. Тянуть нечего резину. Не май месяц на улице. И посмотрим, насколько здесь выйдет. Сейчас короткая труба. В принципе, ничего это страшного нет в этом. Это летом, весной. А вот весной, наверное, это делать подлиннее. И искрогаситель, потому что трава будет сухая. Искры попадут и может загореться что-нибудь. А сейчас снег. Гореть нечему особо. Если даже искры будут лететь. Так что вот так вот. Надеюсь, сейчас все получится в этот раз. В принципе, на улице сегодня тепло. Минус 10 было. Но все равно прохладно. Надо будет еще прибраться тут. А то ругают меня, что грязно. Ну, лесная избушка. Пол, я говорю, будем делать. Или не будем вообще делать. Следующие землянки будем делать весной. Ну, либо тоже, уже когда по теплу только, пол и стенки делать будем. Так что не ругайте шибко. Все будет со временем. Надеюсь, сильно не замерзло. Варежки надо одеть. Нифига себе. Мышки скушали в перчатку. Надеюсь, там ее нету хоть. Сейчас одену, она там за палец меня схватит. Молодец. Голодайки. Ладно, в своих нормальных перчатках поработаю. Сегодня ветер, макушки хрустят. Шумно так в лесу. Кажется, что кто-то ходит рядом. А может, танки ходят. Так вот уже расковырял. Сейчас принесу печку, примерю, куда будет труба выходить. И дальше буду уже колупать. Вот эти бревнами все завалены старыми там было у меня. Доставать все пришлось. Ну, давай дальше делаем.
Эх, камера слабо. Надо будет другую приобрести еще какую-нибудь, чтобы на дальнее расстояние фокус хороший был. Дятел там какой-то долбится. Такой здоровенный. Черный какой-то почему-то. Слышите? Это дятел, что ли, так кричит? Раньше не слышал. Здесь такого. Ну и вот она, заветная дырдочка. Расширить я так. Хочу еще кирпичом обложить, где труба будет проходить. Вообще нормально будет, надежно. Да, тяжеловато дело. Вертикально, вниз, снизу пилить вверх ножовкой, это нелегко. Я вам скажу. Ну что делать, сам за свои ошибки рассчитываюсь, как говорится. Ну вот это сейчас бревно уберу верхнее. Нормально будет. Там кирпичом обложу. Все будет качественно. Ну не качественно, а пожаробезопасно. Наконец-таки. Все приходит с опытом, как говорится. Да уж. В следующей землянке точно все будет сразу, с первого раза нормально сделано. Кстати, с трубой шел. Опять чужой след видел. По моим следам кто-то шел. Но походу на полдороги передумал идти. Потому что потом я не видел уже следов здесь вблизи. Да, блин. Не думал, что зимой ползает кто-то вообще тут. Летом-то думал. Может кто-то будет ходить еще там какие-нибудь грибы искать, хотя грибов тут особо нет. За дровами. А нет, оказывается, и зимой ходят. Ну там неподалеку лыжная тропа проходит. Лыжники ходят. Может кто-то хотел пройти, посмотреть, куда мои следы вели. Да передумал потом. Понятно. Да, да уж. Нам будет еще фотоловушку сходить проверить. И проверив ловушку, на мое удивление, действительно попался какой-то охотник. На этом фото видно его ружье. Он явно подошел к фотоловушке и на нее смотрел. Не знаю, почему не украл. Видимо, хороший человек все-таки попался. А на следующих кадрах попался козлик, косуля. Только почему-то фотоловушка фотографировала, но не снимала. Посмотреть, приходил кто нет. Семечек
положить кормушку для птичек. Семечек решил положить. Что-то говорят, вроде можно, как не жареные семечки. Раз пшено им не нравится. Зажрались, походу. Может, что-то повкуснее тут ягодки какие-нибудь собирают. Так, думаю, будет нормально. Блажу сейчас крепичками. Ну вот, обложил. Сейчас надежно, ничего не закрыться. Со всех сторон обложено. Можно будет сейчас присыпать. Нет, сейчас я не буду присыпать, чтобы опять ковырять потом. Сперва затопим, проверим, потом уже будем засыпать. Надеюсь, все будет работать. Вроде бы получилось. Там сырость еще шает просто, не дым. Но когда я затопил, дымило. Сейчас вроде перестало. Раскочегарилось. Ну, открываешься. Сюда еще дымится. Сейчас еще покачегарю, посмотрю. Потом уже буду засыпать, если нормально все. Ну все, наконец-то. Тут фу. Работает. Так, не дымит особо. Это так, камера просто снимает, что туман. Немножко. Дыма вроде нет. Ладно, сейчас приберусь. Вроде ремонтные работы закончились.
И чая попить. На, чая сейчас поставить. Покушать еще. Что мне нравится в этой печке, вообще махом нагревается. Не то что та. Это полчаса, и жарко уже будет. И варить быстро на ней. Чай погреть. Ну, говорят, что прогорит быстро. 2 миллиметра толщина. То, что... Ну, не знаю, посмотрим, сколько хватит. Ну, 4000, в принципе, это недорого. Труба вот эта, мне кажется, она 0,5 миллиметра даже. Для бани она же продается. Да, я смотрю, все ставят такие трубы, а труба тонюсенькая. Ну, сколько этой трубы хватает? Печка, мне кажется, на это нормально, 2 миллиметра. Конечно, не сантиметр, но на зиму, мне кажется, хватит точно. Если зиму отходит, то уже все хорошо. Можно брать еще такие, если не подорожают. Так вот, ладно, прибираться будем. Многовато грязи накопил. Правильно ругали. Я же градусник прикупил. Сейчас проверим, как нагревается заодно. Один на улице повешаем, другой здесь. Где-нибудь не возле печки, вот здесь поспаешь. Вот, принимайте работу. Все чистенько. Уютненько. Ну, наконец-то. Все. Все работает, печка греет, тепло, светло, можно жить дальше, спокойненько. Ох. Да уж, помучился с этой печкой, конечно. Лепота. Даже жарковато стало. Подремлю, наверное, часок другой.
потом покушаем. Повырезаем, может. Сейчас даже ничего стругать-то не хочется. Чистенько так. Эта землянка у нас как перевалочная база будет, когда вторую построю весной. До нее далеко будет идти. А это как на полпути получается будет от нее. И здесь будет как бы перевалочный путь. Ну вот, отдохнуть, посидеть, погреться там или что. Так что эта землянка у нас будет у реки называться. Может, какое-то название придумаем. Пишите свои варианты. У каждой землянки должно избушки, чтобы не путаться, свое название. Раз там посмотрели название видео, уже будете понимать, в какой землянке сегодня видеоролик. Так что жду ваших предложений об этой землянке. Как назовем? Подремали. Пора и поработать немножко. Для уюта. Надо еще докупить. Свечки кончились. Лапшичку подогреем. Вчера у меня осталось, вчера варил с тушенкой лапша. Хочу вырезать медведя. Не знаю, что получится. По скульптуркам как-то я не особо. Больше геометрию люблю вырезать. Тут как бы более скульптурная техника резьбы. Ну, не знаю, посмотрим, что получится. Я было дело, как-то вырезал одного мишку. А, даже два раза. Один раз бензопилой даже двух медведей, ну, больших такие, 1.20 м, выпиливал. Ну, было похоже, в принципе, на мишку. Попробуем, вырежем что-нибудь. Если получится что-то нормальное, то буду продавать. Если кто не смотрел прошлый ролик, я говорил там, что будем скульптурки вырезать, и буду их выставлять на продажу. Если кого-то заинтересует, буду ссылку ВКонтакте оставлять. Связывайтесь, отправлю почтой или с деком. Будем деньги эти жертвовать на благотворительность бездомным животным. Вот так вот. Попробуем, повырезаем, пока обед у нас греется.
Всем приятного аппетита. Лепота, красота, вечереет уже, вот там много кто пишет, что ты в квартире не живешь, то другое, нафиг тебе этот лес. Разве из квартиры выйдешь и увидишь, что такие прекрасные деревья, природа, все живое вокруг, не эти бетонные джунгли. Вокруг зверушки бегают везде. Птички поют. Красота. Я вообще, в принципе, это 30 лет в деревне прожил тоже, в своем доме. И квартира как-то меня не притягивает особо. Да, хорошо. Что-то сегодня не задалось у меня с медведем. Ну и ладно. Давно не резал скульптуру. Не практиковался. Ну что-то уже даже разучился. Колупал что-то. Правил. Все равно никак не уходит. Ну ладно. Это будет. Тут пусть местные землянки пусть стоит. Такой вот недоделанный. Это мышей отпугивает. Что-нибудь надо попроще. Попроще что-то начинать. Я уж не помню, когда скульптурки я делал в прошлом году. Ну там не именно какую-то зверушку или что-то. А такое неведомое личико как бы делал, скульптурка. Там без разницы было, черты эти не нужны. Так что ладно. Поколупался. Заканчивать буду, а то время уже много. Отдыхать надо. Темнеет уже. Прибираться еще. Приберусь сейчас. Дровишек напилить надо. Отдыхать, спать, что захотел. На продажу, на благотворительность придумаю что-нибудь попроще.
то, что лучше получается у меня. Геометрия, плоскорельефная резьба. Посмотрим тут, может, какие-нибудь подсвечники можно делать необычные из корней. Я здесь находил деревья поваленные. И ну, корешки в этих деревьях поваленных такие интересные. Я один подсвечник делал. Так там много кому понравилось. Необычные. Ложки можно какие-нибудь необычные тоже делать. Разделочные досочки, я не знаю, их надо так-то клеить. Если не клеенная доска, она как бы намокать будет, потом загнется. Такое негоже продавать. Придумаем что-нибудь. Можно и с культурками потом что-нибудь попроще просто придумать. А то что-то замахнулся на медведя. С непривычки-то не получилось что-то. Кстати, тарелочки можно также делать. Поболее аккуратнее. Сделать это из сосны. Из осинки надо делать, или березы, что-нибудь. Так что вот так вот. Так вот, сегодня позанимались. На завтра есть тоже планы. Ладно. До скорых встреч. Пишите ваше мнение. Комментарии все читаю, отвечаю. Все просьбы, пожелания учитываю. Так что до скорых встреч. Пока-пока. Что-то пошло не так. Да, ладно. Талисман землянки.